Что будет, если вы объелись мухомором? Мухоморы — это род грибов, наиболее известным представителем которого является мухомор красный, аммонита мускария. Эти грибы имеют ярко-красную шляпку с белыми пятнами, что делает их легко узнаваемыми. Через 30 минут-2 часа человек начинает ощущать тошноту, сильную рвоту и головокружение. Лицо может побледнеть, глаза теряют блеск, зрачки расширяются и появляется сильное потоотделение. Небольшой факт. Основные токсические вещества в мухоморах — мускарин и бетеновая кислота, которые воздействуют на нервную систему, вызывая галлюцинации и психозы. На второй стадии начинается усиление симптомов, проявляется она через 3-6 часов. Лицо краснеет, человек испытывает яркие галлюцинации, спутанность сознания и приступы агрессии, а также глаза блуждают, губы и нос могут посинеть из-за нехватки кислорода. Галлюциногенные свойства мухоморов использовались в шаманских обрядах северных народов, однако их токсичность часто приводила к летальным случаям. Помощь при отравлении мускарином состоит в удалении яда из желудочно-кишечного тракта путем промывания желудка и приема абсорбента. На третьей стадии начинается критическая фаза и финал, проявляется она через 6-24 часа. Лицо становится болезненно бледным, зрачки не реагируют на свет, развивается кома. Без своевременной помощи финал наступает от паралича дыхательных путей или сердечной недостаточности. Критическая летальная доза красного мухомора для человека примерно 10-15 шляп. Несмотря на свою опасность, мухоморы иногда используют в микродозах в экспериментальной медицине для лечения психических расстройств. Но это строго контролируемый процесс под наблюдением врача, либо в уже готовом виде микродозинга, который официально продается в аптеке. Надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Пишите в комментариях, что мы с вами снимаем в следующем видео.